Всем привет! Хочу признаться, у многих сложилось мнение, что марихуана в Чехии продается на каждом углу, и она давно легализирована. Какова же на самом деле реальность? Давайте разберемся. Марихуана в Чешской Республике не легализована, а декриминализована. То есть только разрешение употреблять, но хранить, распространять, производить – запрет. Сколько же условно разрешено с собой иметь? До 15 грамм продукта. Почему условно? Потому что факт наличия у человека до 15 грамм марихуаны при полицейской проверке наказывается административным штрафом до 15 тысяч крон. Аналогичное наказание и за выращивание до 5 кустов. А за производство, то есть больше 5 кустов, и за распространение, то есть факт наличия больше 15 грамм. За это все грозит тюремный срок от 5 до 10 лет. Факт. С 1 апреля 2013 года легально в Чехии только медицинская конопля, то есть концентрация, в которых психоактивных веществ, не превышает 0,3%. Она выдается только по рецепту. Где же можно купить марихуану? Самая раскрученная и известная точка в Чехии – это, естественно, в столице, в Праге, на Вацлавской площади. Хоть и на улицах Праги атмосфера такая либеральная касательно курения марихуаны, то вы все равно должны знать, что это незаконно и предусматривает наказание. Поэтому будьте внимательны и благоразумны. В конце хотелось бы добавить, я точно знаю, что есть те из вас, которые зададут мне однозначно вопрос, употребляю ли я марихуану? С удовольствием отвечу, я не употребляю этот продукт. Не потому, что я себя ограничиваю в этом, нет, а потому, что мне этого просто не хочется. Надеюсь, мне перечисленными фактами удалось развеять у вас такие мифы о марихуане в Чехии. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну и смотрите, если вам нравится видео о реальности без розовых очков. Всегда ваш авантюрист Николай. Пока-пока, друзья!